И сегодня контейнер нам просто так не дался. Всем здравствуйте. Мы, я и моя Даша. Малышка уже разбирает. Еле забрались в наш контейнер, потому что тут висел замок хозяина. Но, слава богу, нам его выстирали. У нас такой вот быстрый доступ к нашему автомобилю. И теперь мы разбираем, да? Это мусор, да? Нет. Пока нет. Я хочу посмотреть вот там. Да, то, ради чего ты дралась и билась. Этот контейнер мы выиграли за $320 ровно. А, ну еще 15% аукциону. Окей, пустота, один, да? Нет, один. Ой. Я найду второй. Ой, один. Пока что один кроссовок. Тут два. Тебе повезло, но какие-то грязные. Ну, в общем, это Даша увидела обувь, все. Она как этот агрессивный бидер. Джордан. Ну, это вроде, Nike, вроде это Air. Хорош. Nike Air Max. Это уже хорошо. Окей. Вот. Я возьму. Вот это что-то тут не то, потому что... Ну, землю ставь и смотри. Не то, что я хотела. А что надо было? Я думала, Тимберленды здесь есть. А вот как это вот похоже? Вот они должны были быть вот такие. Ужас. И... То есть, когда ты смотришь на коробочки, не всегда обозначает, что там будет то, что ты... Да ладно! Ага! Да это ладно. Хорошенький урок на будущее, Дашуля, чтобы когда ты бьешься, ты должна знать, что риски всегда присутствуют. Ну, это лохоста. Долларов 20, да? Может, 30. Угу. Печаль, расход. Ну, ничего страшного. Так, я надеюсь, что мы хотя бы долларов 100 уже отбили с твоей обуви. О, это он. Тут с носками даже. Нет. Вон, цели, нету цели. Нет, нету, но они в этом в хорошем. Да вон, внутри же на подошве написано, что это. И вот написано, что это фрос. Нет, я ценник ищу. А, ценника не будет, чё? Не так обувь кладёшь. Обувь не так кладёшь. Не так. Ну я не вижу. Ты видишь, ты просто неправильно кладёшь. Вот, молодец. Немножечко. Всё, короче, я не толкала. В следующий раз, да, будешь аккуратнее уже бидаться. Вообще. Не держу, потому что ты... Это Air Max. Nike. Ну, уже здесь хорошо. Здесь, да, это хорошо. Чумазы, правда, ну, что поделаешь. Ну, не, ну, они не в плохом состоянии. Короче... Все, можем ехать домой, в принципе, да? Можно. Не, ну, там, смотри, вон рибаки есть. Там уже, может, микроволновка Walmart-овская есть. Ну, на самом деле, мы просто в не очень хорошем районе бидались, поэтому я не рассчитывал, что тут будет прям капец как хорошо. Лохоста, чего-то это неплохо. Но дешево, да? Ну, дешевле, чем Джорданы, да. Да. Вот тут еще один шизы я нашла. Это у меня один есть, Стейси Адамс, это долларов 20-30. Это если по-быстрому продать. Если не по-быстрому, можно подольше. Да, вот 10 штук. Как ты любишь, как ты хочешь. Перебирать. Вот там в коробке вариант обуви может быть, а может и не быть. Ну, я не вижу. Можно куда-то вот это мусорка? Коробка, мне надо что-то. Давай я сразу просто в бетке, да, и все, а потом его откину мусорка. Блин, надо мусорные было пакеты взять, да? Это какой-то, это сок. Мусор. Мусор, да? Но перебирай, да? Но перебирай, но нужно... Нафиг вот это вот кусок. А какие там доллары? Пустое. Не знаю. Хапуги. Ну как-то странно. Ну, говорю, мы в Кэролке, не знаю, а здесь не обязательно. Ну, район от района, юнит от юнита, но ничего страшного. Я верю в тебя. Ты заработаешь ровно столько, сколько ты потратил. Надеюсь, просто... хотя бы то, что я хотела потратить. У тебя просто нету другого выхода. Да-да-да. Вон стиммер есть, видишь, уже. Я видела стиммер, да. Это подогревать что-то. Вот какие-то там лакоста какая-нибудь. Ну, тоже же хорошая, красивая маечка. Порт компани. Ну это просто рендом какая-то. Случайным образом. Я же такие отстойные, что я возьму в тот магазин. Как ты думаешь, стиммер достанет? Ну я думаю, что он долларов 30-50 стоит, не больше, в Walmart новый. Потому что фирма очень довольно неизвестная. Довольно. Это значит у нас... Вот он наступил тот момент, Даша, да, когда ты в неугад купила юни, да? Нет. Прям не попало, не попандос. Если Даша расстроится, сегодня придется ей сделать горячий чай. Что это? Чай. Когда люди расстроены, по правилам этикета им нужно принести согревающий напиток. Forever 21, окей. Короче. И все били за обувь, я по-любому. Да?
Потому что коробка стояла. Потому что кто-то тоже заублюдился, да? Да. Да, ничего страшного, не расстраивайся. Не, ну здесь вот, которая на вешалках, я считаю, можно завести в тот магазин. Хорошо, давай я тогда кладу ее. Это которая, знаешь, типа не жалко было. Ну и пакетики аккуратно, значит, что-то какие-то. Да, поэтому здесь такое, на которое можно хоть заработать денег. Ой, я просто не думаю, что такие вещи дорого стоят. Нет, ну я имею в виду, их хотя бы можно будет отдать в магазин. Окей. Okay. Здесь нормально, более-менее. Как ну, ты видишь, что здесь нормально? Нет, ну я имею в виду, смотри, видишь состояние вещей, да, они такие интересные. Uh-huh. Здесь была рубашка чья-то я видела. Так, это Гэп. Гэп просто. Не, ну это окей. Вот смотри, какой красивый пиджак. В Индии сделан. Ну и что, ну его хотя бы заберут в магазин. Кстати, забрать шарик. Мусор. Гладильная доска. Ты всегда мечтала гладильную доску со сторджи, да? Нет. I know that. Тарелочек разовая. Они ведь мусорные. Пластиковые. Это такой на фрукт. Доска нарезанная для рисования. Да. Ну вот, это можно на холодильник взять. О, это нам помнишь этот, что это? Можно было на холодильник взять. Нет, до сих пор можно. Играть можно в игры с ним. Знаешь такие? Рисуешь, угадываешь. И все, понеслась. Потенциально не на выброс. Это раритетная шляпа, таких только 3 штуки в мире, и она стоит 100 тысяч долларов. Ну серьезно, да. Стоило бы, наверное, но ладно. Улетит. Нет, вот так вот у нас. У нас шмотки внутри, чтобы не улетели. И аккуратно здесь трешак и более или менее что-то ценное. Смотри! Что? О, нифига себе, можно магаз открывать. Прикинь, сейчас мы там кассу найдем. Смотри, с деньгами. Роза, ты целая коробка. Вот это вот оставляет, это важные вещи. Пакеты всегда хорошо. Серьезно? Ну, слушай, ты все выбрасываешь, мне все время их не я хватает. Я не спорю, но просто типа... Я не знал, что они так покупаются. Пакеты! Вот так вот. Ну, молодцы, ребята, хапуги были. Это мусор? Ну, оно такое. Ничего не стоит. Тарелочки. Угу. С тайниками даже? Да. 11 долларов. Я чё вообще? Все, как я люблю. Ого, твои ножи, которые ты мечтала себе. Да, видишь, но они не все там. Которые я хотела. Кажется, мы в одном контейнере взяли ножи и пользуемся с радостью. Они были новые, потому что они были новые. Да, они были реально новые. Так что, видишь, у тебя полусет есть, еще тебе ножи что-то вставить вообще. Ну, я даже не прогнозирую, я не буду это выбирать, я брезгую. А, серьезно? Ну, конечно. Мусор? Ты что, издеваешься? Нет, я не говорю, что это мусор, надо посмотреть. Я думаю, что за долларов 20-30 можно помыть и людям отдать. Потому что такие сеты обычно стоят по $200. Ну, то есть 150-250. И даже если он не полноценный, поэтому я думаю, мы можем сделать денег. Чугунная сковородка всегда в цене. Я не буду брать чужую сковородку. В цене для людей. Хотя она стоит в магазине долларов 10-15. Смотри! Что? Что? Кто хочет навернуть за? Так это же пляж написано. И что? Пляж. Это не совсем пляж, это девушки, которой нет на пляжу. На пляжу. Шугафри. Я говорю, что это магазинное, непонятное такое, видишь? Сейчас еще кажется, что это какой-нибудь этот буфет. Почему буфет? Не похоже на... Пакеты, вон гриль подогревочная. Вон там подносы, вон там шмотки. Я бы не сказала, что рамочка для фотографии. Угу. О, сейчас столько пакетов для мусора, ё-моё. Payment plan, там, вернее, там говорится, насколько отсутствует там денег. Ну, это платеж, сколько у них платеж? 340 долларов. А, ну, значит, нормально, не сильно в долгах были. Учитывая, что мы за июнь заплатили 320 и 15%. Получается, 355 долларов тебе надо отработать. Нет, 320, 15% это 32 доллара и еще столько-то. Ну, короче, 370 поработаешь, все, мы спокойны. Еще 20 долларов мне на бензин и понеслась. А, это окей. Что там такое, лего? Блин, если лего, то круто, я буду собирать. Нет. Аккуратно такое спокойно. Там обувь такая может быть, таблетки могут быть. Ой. Я не буду это даже трогать. Книжки. Ну, книжки. Книжки возьму. Книжки могут стоить денег. Но не то, что там лежит, да? Я это даже пока трогать не буду. Бабло, я нашла бабло. Угу. Ну окей, доллар там точно есть.
Вообще, в идеале, если каждую монету перебирать, есть монеты с дефектами, которые стоят больше, чем они на самом деле стоят. Ну, я бы не думал, что здесь джулери будут, но перепроверить можно. Видишь, ожерелье какие-то, весы громовые, значит, что-то творил, чувачок, что-то творил. Как обычно, да? Mm-hmm. Найк, шлёпок. Вот, видишь, сейчас второй еще где-то найдёшь, и всё. О, наушники. Ну, ты... А, нет, я смотрю, что-то есть. Эти, это, битцы. Весы. Очень много. Кстати, здесь есть. Может, тут золото? Нет, ну. Очки золотые, точно. Может, брендовые очки? Даша, ты же разбираешься в брендах. Я нет, ты да. Да не, я думаю, что вряд ли. Такие очки в брендах. Made in China. А, в чайне очень хорошо делают вещи. Не всегда дорого, но очень хорошо. Ну, зато у меня целый пакетик монеток. Да, такой относительная вещь, чем бы я гордился, конечно. Ну ладно. Типа наушники, да? Чего у меня столько весов? Странно. Весы либо для золота. О, смотри, опять монеты. Либо для золота, либо для запрещенных веществ. И очень много зажигалок, кстати, здесь. Да, здесь. Так что... Нет, это хрень, это не бижутерия. Я только что серебро выкинул. Это не серебро. Как ты определил? Ну это видно, что это не серебро, ты посмотри. Просто мне каждый раз удивляют люди, которые одним взглядом говорят, это золото, и оно там... Ну, не вот. Все то золото, что блестит. Ну, не все, то не серебро, что не серебро. Что могли фасовать в таких этих, да? Да. Так, ну что, может мне окунуться во что-нибудь здесь? Стульчики. Ой, там что-то приготовительное какое-то. Ладно, ну стульчик лишним не бывает. Еще кроссовочек чуть-чуть. Да, они, кстати. Долларов 40-50. Да, 40. Тоже посчастливее? Нет, вижу, что... Нет, потому что плохой, вообще плохой. Тут очень много вещей, видим, для кейтеринга. Да, и вот эти вот, если составить выезд все вместе. К людям, и там еду, когда подогревают, раздают. Вот как на BMW мы когда ходили, вот такого плана, вот эта вот фигня. Это надо убрать, оно тяжелое. Слушаюсь, повинуюсь. Слава богу, также был найден второй кроссовок. Что у нас там еще? Ну вот это для... Опять всякая, хавчик, да. Не хавчик. А, да, капец, ну реально трэшевый контейнер. Даже я расстроился, но столько времени потерял. Час ждали, пока нам отдадут контейнер. Час разбирать и час еще выбрасывать. Опять шмоточки, да? Я это буду перебирать, складывать, ну, что можно отдать, что. Тут шмоток, блин, много. Очередной пакет. Там все вещи. Полотенце. Ну, нашли классику. Это, кстати, может идти. Это custom created by кто-то там. А что, прям так написано? Вот. Custom created by. Я никогда так не видел, чтобы вот так вот делать. allposters.com. Ну, можно заодно писать, сколько они там будет ставить. Ну, мне кажется, это такое, знаешь. Не, ну это Pulp Fiction, это... Интересно. Может, подастся. Ну, это неинтересно, это классика, типа. Да. Это что? В Америке могут такое ценить. Что? Убить Билла или что-то? Pulp Fiction. Да. Я не знаю. Я их просто не смотрела. Я тебе покажу, посмотришь. Он кровавый немножечко. Это окей. Это уже тоже хорошо. Окей, но что-то выглядит не огонь. Нет, нормально. Нормально. Там еще Nike Air. Который там нет. Есть, но они недорогие. А ты знаешь, да? Да, $40. Ты такие продавал. А он какие-то красивые коробки. Ice Cream Baby. О, это что за какие, интересно? Айскрим. Смотри. Прикольно. Я не знаю, что это, но это не на или... Нет. Да, на это нету лейбл на изочке. Это Рибок. А, ну вон написано по-русски. Ты посмотри, какие прикольные, со шнурками разными. Ну, спасибо. Может, долларов 40-50, но шнурки разные, да? Так, ну реально, ребята занимались кейтерингом, посуды, не посуды. Все, вот это вот, в принципе, так как бы, походу, еще что мы наши найдем, да? Вон масло, которое мы выкинем по-любому. Да. Это я буду все перебирать, но надо, скорее всего, выбрасываться. Вещи повезутся в вещевой магазин и, в принципе, обувь. Да. Плохо, закончим год плохо, но, надеюсь, начнем хорошо. Неизвестно, когда это видео выйдет, может тоже в начале следующего года выйдет. Все, сейчас все грузим. У нас тут все загружено, перегружено. Ну, мы не перегружены, мы просто загружены. В следующий раз, надеюсь, Дашуля, ты будешь искать получше. На этом, наверное, все. Разбор контейнера закончен. Я расстроен. Даша тоже. Все, всем пока. До лучших времен.